Друзья, вас приветствует компания Evolution. Меня зовут Василий. Я расскажу сейчас вам об основных моментах работы с принтером. Дело все в том, что такого плана принтеры печатают через ошибку замятия бумаги. Что это значит, я вам сейчас расскажу. Первое. Когда вы получили принтер и когда вы его заправили с нашей технической поддержкой, нажимаете на кнопку включения принтера. Принтер, выполняя какую-либо операцию, всегда будет моргать зеленой кнопкой. Рекомендую, когда зеленая кнопка моргает, не допускать никаких действий с принтером. Также очень важно, включать принтер необходимо с выдвинутым столом на себя, чтобы вал приводной крутился свободно. Нельзя включать принтер отправленным столом в начало печати. Это вызовет грубую ошибку принтера, и принтер выдаст фатальную ошибку. При первом запуске принтера видно, что принтер выполняет определенную операцию, то есть он себя чистит, поэтому кнопка зеленая моргает, и в данный момент никаких заданий на печать желательно не отправлять. Дожидаемся, когда зеленая кнопка загорится, и будем отправлять в печать первый файл. Итак, друзья, сейчас мы отправили тест дюз. Внимание, загорелась оранжевая кнопка, зеленая моргает. То есть принтер ожидает нажатия кнопки замятия бумаги. Как происходит печать? Необходимо выставить правильный зазор между печатающей головкой и столом. Далее отправить стол в начало печати и нажать кнопку ошибки замятия бумаги. Принтер начал свою работу, начал печать. Это основной момент печати, то есть нужно запомнить, что данный принтер всегда печатает через ошибку замятия бумаги. Более подробная инструкция со всеми настройками, со всеми профилями для чернил присутствует на нашем файловом обменнике и доступна всем нашим клиентам. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезно при выборе планшетного принтера. И я напоминаю, что мы работаем для того, чтобы вы зарабатывали.